Здравствуйте, дорогие читатели! Сейчас будет урок, разъясняющий, как подключить светодиод к плате Arduino и чтобы он загорелся. Соответственно, если у вас возникли затруднения по схеме. Сейчас будет показан урок. Итак, у нас плата, которая будет питаться по USB-порту. Поэтому у меня здесь представлен шнур ниже. Берем резистор на 470 Ом, можно на 220 Ом, и сильной принципиальной разницы не будет. Только от качества излучения светодиода. Светодиод берется примерно 3 вольта рассчитанный, можно на 2,5, там 2. Ну, рекомендуется лучше 3 вольта. У него есть две ножки, одна длинная, другая короткая. Вот короткой ножки ставим параллельно ножки. Параллельно ножке резистора, чтобы короткая ножка совпадала с ножкой резистора. Затем берем провод длинный, оранжевый, и ставим напротив длинной ножки порта. Вот так вот, напротив длинной ножки порта. И подключаем эту ножку к 5 вольтам. Вот так. А, соответственно, второй провод ставим напротив последней ножки резистора и подключаем ГНД. В результате мы получили замкнутую схему. От 5 вольт идет на большую ножку, идет светодиода к резистору, от резистора к ГНД и замыкает цепь. Сейчас мы подключим его к питанию, то есть к USB-порту, и посмотрим результат. Как видите, я подключил. Результат действительно правильный. То есть светодиод горит, цепь замкнута. Спасибо за внимание.